Как переключить видеокарту в BIOS'е на ноутбуке? Включаем ноутбук, нажмем клавишу F2, либо Delete. Может быть клавиша FN F2. В правом нижнем углу график Device можно выбрать как Dynamic Graphics, также Discrete Graphics. Dynamic Graphics — это встроенная графика. Дискретная видеокарта — это графика для игр. Сейчас я отметил Dynamic Graphics, отмечаю Discrete Graphics. Если на главном окне у вас нету переключения графики, то вы можете перейти в расширенные параметры. Называется как More Settings. У меня в нижнем углу More Settings. Либо у вас может быть как клавиша F7, также клавиша может быть дополнительно. More Settings. Открыли расширенные параметры. Выбираем вкладку Configuration. Перемещаемся вправо. Graphic Device. Если у вас здесь выставлено Dynamic Graphics, переключаем на дискретную видеокарту. Exit. Exit Saving Changes. Нажмем на клавиатуре Enter. Либо мышкой можете нажать Yes. Ноутбук перезагрузится,